Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня я хочу предложить вам интересное и увлекательное путешествие в страну выдумщиков, фантазеров и мечтателей, в страну под волшебным названием «Сказка». Вы в этой стране, все дорогие ребята, превращаетесь в сказочников и должны будете сочинить сами сказку, а потом всем рассказать ее. Итак, наше путешествие в увлекательную страну начинается. Все вы знаете, дорогие ребята, что весна уже вступила в свои права. И она всегда радует нас своими первыми цветами, подснежниками. Я сейчас прочитаю вам стихотворение, которое так и называется «Подснежники». Плакала Снегурочка зиму провожая, шла за ней печальная, всем в лесу чужая. Там, где шла и плакала, трогая березы, выросли подснежники, Снегурочкины слезы. Вот такие ласковые слова нашел поэт Тимофей Белозеров, чтобы рассказать нам о подснежниках, о весне. А теперь внимание! Задание номер один. Если бы вы рисовали иллюстрации к этому стихотворению, то что бы вы нарисовали? Задание номер два. Попробуйте сами придумать сказку о весне, подснежниках, такую же ласковую, как это стихотворение, и нарисовать к ней рисунки. И все, что вы сочините и нарисуете, взрослые должны отправить мне в WhatsApp. Всего доброго! До новых встреч!